премьер-лиги, кстати, за Енисей. Какая ошибка сейчас. Камиль Мулин выходит 1-1 и спасает свою команду. Голкипер, но нет. Алексей Евсеев забивает первый мяч в составе ротора. Да, и показывает болельщикам, я вас не слышу. Да, провал просто жесточайший, непростительный обрез в обороне у Нижнего Новгорода. И наказывают их за это волгоградцы, хоть и не с первой, а второй попытки. Алексей Евсеев забивает свой первый гол за ротор. Даже я бы не назвал это провалом, а просто элементарная глупая ошибка в центре обороны. Неточный пас. И, ну, конечно, нужно было наказывать нижегородцев за такую оплошность. Не удалось Камилю Мулину забить уже четвертый мяч в ворота нижегородской команды. Но сделал это Алексей Евсеев. Конечно, ему этот гол придаст уверенности. Но не все получается у Алексея в роторе пока, да, не всегда выдает яркую игру, находится в тени часто, но вот сейчас он забил мяч, и это, конечно, еще раз повторюсь, важно и в целом для команды. Ротор повел, забил быстрый мяч, ну и для футболиста лично также очень важен гол. Не удалось ему подстроиться под мяч должным образом, и не получился этот удар хлестким и мощным. Ну, хорошо сыграл Евгений Писегов, и сейчас опасно у ворот ротора, и счет становится 1-1. Провалились волгоградцы в центре обороны. Несколько минут назад мы об этом говорили, что, ну, не все так уверенно, да, в центре. И сейчас подтверждают делом, точнее, бездельем, да, центральные защитники ротора. Ну и поздравляем Нижний Новгород за то, что все-таки забили этот мяч, воспользовались ошибкой. Опять же, ты второй мяч в этом матче и после ошибок при обороне своих ворот. Артур Анисимов выступил автором голевой передачи, а Артур Садитов отправил мяч в сетку ценой собственного здоровья. Сейчас вот тут же быстрый ввод мяча из-за боковой, и продолжается атака ротора. Здесь же косьми ложатся нижегородцы, однако не удается им все равно выбить снаряд подальше от своих ворот. Удар! И, кажется, обзор приносит победу сине-голубым в этом матче. И сейчас все запасные, тренерский штаб, да сейчас болельщики выбегут, как мне кажется, обнять Анзора. Настоящий праздник у волгоградца. Да уж, на 95-й минуте был забит этот мяч. 4 минуты были завершены уже, но были замены, были остановки. Поэтому я считаю, что правильно, были еще какие-то секунды добавлены. И, по-моему, на 30-й секунде, 5-й добавленной минуте, забил Анзор Саная. Известный блогер Евгений Савин, известный в прошлом футболист, к тому же сейчас запечатлел Анзора и эти празднества, которые устроили волгоградцы после забитого гола. Вот мы видим прострел шланга, такой полупрострел, полуподача. Анзор Саная в прыжке ногой переправляет снаряд в сетку.